Так, значит, вот что получилось при нормальной работе PSOP. Увеличиваем обороты. Расход воздуха растет до 6 единиц и останавливается. Если мы PSOP отключаем, то расход воздуха растет очень высоко. Там получается около 2000 килограмм в час. Более ограничил до таких значений. Если при этом PSOP включить, у нас есть падение расхода и установленное значение. Опять-таки все это можно еще донастроить, но уже более-менее довольный результат.